Век высоких технологий невозможно представить без компьютеров. За этими умными машинами будущее. Это точно знают современные дети. В рамках реализации региональной программы «Первая профессия школьника Ставропольского края» началась работа второго потока по модулю «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». В ЦОП хорошо заниматься, тут хороший учитель, хорошее оборудование, все подробно рассказывают. Обучение проходит на 12 площадках в Ставропольском крае. Школьники с 6 по 11 класс изучают все тонкости работы с ПК. Сегодня обучение проходят 720 школьников. Педагогами выступают преподаватели СУЗов и ВУЗов, партнеров программы. Нравится, я люблю заниматься с компьютером, и мне кажется, это важно для выбора будущей профессии. Хорошие преподаватели и отличное оборудование. Основной задачей проекта, безусловно, является работа со школьниками по выбору будущей профессии. Занятия имеют практический характер. Дети могут в полной мере попробовать свои силы и в будущем осознанно подойти к выбору профессии. Эта программа очень интересная. На самом деле я довольна, что у меня ребенок попал на такую программу. Потому что вот сейчас как раз у меня ребенок учится в 7 классе, вот как раз такой баланс, мы ищем себя. То есть куда мы будем в дальнейшем поступать, я смотрю, куда ребенок тяготеет. Поэтому вот как бы вот именно на этом этапе я вижу, что ребенку нравится. Он выходит с горящими глазами. Обучение продлится 2,5 месяца и завершится выдачей сертификатов. Анастасия Погребная, Минжилов, пресс-служба СТГАУ.